З нами на зв'язку ще і може долучитися до нашої з вами розмови ще російська журналістка та письменниця Юлія Латиніна. Пані Юлія, давайте перевіримо зв'язок. Наші вітання. Добрий вечір. Добрий вечір, да, я прекрасно. Пані Юлія, розкажіть, яким чином зараз в Росії засоби масової інформації влада описує те, що відбувається в Казахстані? Я правильно розумію, що вопрос о том, що говорять російські СМІ? Саме так. Про ситуацию в Казахстане. Для начала это не очень интересно, потому что, конечно, так я понимаю, вернее, так я вижу, что методичка уже поступила, и нам рассказывают всякие кремлевские тролли про то, что это все Запад, печеньки Нуланда и так далее, и так далее. И это все не очень интересно. Другое дело, что, конечно, российский Фейсбук и российский Твиттер полон самыми радужными ожиданиями. И это действительно очень вдохновляюще, когда видишь снесенную статую президента и видишь, что она оказывается внутри полой. Это такой большой символ. Вернее, не президента, а бывшего президента. Уже даже и бывшего главы Совета Безопасности, пожизненного лидера нации Елбасы. И, конечно, очень радостно, когда видят, что казахи не повторяют белорусской ошибки. То есть люди неаккуратно встают на скамеечки, снимая ботиночки, а понимают, что революция – это не тогда, когда правитель стреляет в народ, а тогда, когда народ стреляет в ответ. Но я боюсь разочаровать все эти ожидания. Потому что я боюсь, что Казахстан не очень похож на Украину или Белоруссию, или, скажем, Литву. Потому что по одному очень важному параметру он похож на такие страны, как Афганистан или Чечня, или многие африканские страны. А именно Казахстан является родовым обществом, которое не достигло в своем естественном развитии стадии государства. А родовое общество, оно, с одной стороны, умеет очень эффективно регулировать различные проблемы во взаимодействии людей без государства. Так, когда оно защищает своих членов в результате института кровной мести и так далее, и так далее. Но в чем проблема родовых обществ, когда они делаются государствами? В том, что человек, который становится президентом страны, естественно, тут же назначает своими советниками и своими миллионерами только членов своего рода. И со стороны это воспринимается как коррупция. На самом деле это прежде всего отсутствие долгой эволюции госинститутов. И это значит, что, да простят меня казахи, что даже если в Казахстане революция победит, и как где-нибудь в Гане или в Афганистане люди наконец свергнут ненавистного диктатора, то проблема заключается в том, что следующий человек, который придет к власти, будет делать то же самое. Зрозуміло, пані Юлія. Да, почули вас. Дякуємо дуже. Просто перебиваємо, тому що, на жаль, обмежені в часі ефірному. Да, у нас просто тут Євгеній Кисельов також на зв'язку. Євгеній Олексійович, як нас чутно? Якщо є або запитання, або ремарка, будь ласка, також попросимо вас реагувати. Я, во-первых, хочу поприветствовать Юлію Латиніну, з которою ми старые добрые друзья, и, надеюсь, тут ничего не изменилось. За долгое время, пока мы не виделись, но у меня просто вопрос такой, возможен ли сценарий российского вмешательства? Особенно с учетом того, что Северный Казахстан густо населен русскоязычными гражданами. Я думаю, что это один из сценариев, который сейчас прорабатывается в Кремле, особенно в случае победы революции. То есть, если революция будет расстреляна, хотя сейчас, в общем-то, мы видим, что довольно много, такой признак, очень много частных самолетов улетело из столицы, это хороший признак для протестующих. Так вот, если революция не победит, то, конечно, солидарность людоедов будет превыше всего. И Владимир Владимирович будет делать, я думаю, все, чтобы помогать остаться у власти Назарбаеву и Такаеву, так же, как он помогал Януковичу и Лукашенко. Но в случае, если революция победит, я думаю,
Владимир Владимирович, по крайней мере, будет рассматривать очень серьезную возможность отторжения русских районов и возможность повторения крымского успеха, потому что прежде всего он в этом успехе сейчас по внутренним российским политическим причинам очень сильно нуждается. Насколько далеко зайдут этого плана, конечно, никто не знает. Панове, чи варто тут звертати увагу на те, що перша розмова після ось цих жорстких протестів президента Казахстану пана Токаєва відбулася саме з паном Лукашенко? Пане Кисельов, вас попрошу прокоментувати. Ну, вы знаете, у Лукашенко есть, безусловно, ценный опыт подавления такого рода выступления. И господину Токаеву, наверное, есть что с ним обсудить. Белоруссия бесконечно далека географически от Казахстана. И скорее, тут важен был опыт, который Лукашенко, безусловно, имеется. Хотя я совершенно согласен с Юлией Латыниной в том, что это совершенно другое общество. И то, что было в Белоруссии, уже не происходит в Казахстане. Никто, действительно, сняв тапочки, на лавочке не становится. Здесь бунт осмысленный, я бы сказал, перефразируя великого поэта. Бунт, безусловно, осмысленный, но, может быть, весьма и весьма беспощадный. От, пані Латиніна, цікаво, що ви думаєте, тому що там же відбулися дві розмови фактично. Лукашенко поспілкувався з Путіним, і Лукашенко поспілкувався із Токаєвим. Чому так? Простите, ще раз, якщо можна, повторіть вопрос. Цікава ваша думка, ваш погляд на розмову, так? От перша розмова після протестів пана Токаєва, президента Казахстану, відбулася з Лукашенком. І так само Лукашенко сьогодні телефоном спілкувався з Путіним. Про що свідчить ось така, про що говорить ось такі розмови? Ну, ви знаєте, це мені нагадує, от коли читаєш уголовне діло, то обнаружуєш іноді, що сам факт розмови між двома підозрюваними гораздо важнее содержание разговора, потому что иногда ты видишь, что там киллер позвонил заказчику, и ты не знаешь, что они говорили, но ты сразу догадываешься, потому что понятно, кто кому звонил. Вот и тут я абсолютно согласна с Евгением Киселевым, что между Лукашенко и Токаевым единственный разговор по поводу того, может быть, да, это разговор там, один людоед, начинающий людоед, получает уроки от людоеда состоявшегося, что делать с народом и как его варить или жарить. Зрозуміло. Да, я бы тут маленький ответ, вот как раз вот как маленькую вещь добавила, именно то, что говорил Евгений, что мы, слава богу, не видим мирного протеста, что поскольку Казахстан родовое общество, то с той стороны стоит родовое общество, но и с этой стороны стоит очень сплоченное тоже отчасти родовое общество. И заметим, где начались протесты. Они начались там, где живет в основном младшие жесты, все люди, которые живут на западе страны, которые добывают нефть и ничего от нее не имеют, потому что все это забирают родственники Назарбаева. Эти люди тоже очень сплочены, и именно поэтому они... Зрозуміло, пані Юлія. Спасибі вам величезне, що долучились до нашого ефіру. Дякуємо дуже. Юлія Латиніна була разом з нами, наша колега-журналістка і письменниця.